Наши. Звезда Сёгуна Ани Свэй описывает реакцию Таранаги на кончину Морико в эпизоде 9. Морико в 9 эпизоде, посланная Таранаги, встречается с Хишида и Ачибой, раскрыв положение в схеме Таранаги. Когда Морико, Ебусиге и женщины Таранаги в кольце, случается неожиданное. Морико дает свою жизнь, спасая других. Конец эпизода 9 Сёгуна мог предположить выживание Морико, но кажется, она получила ожидаемую смерть. Актер Морико рассказал о реакции Таранаги в интервью. Она сказала: «Не уверена, думает ли он, что она жива. По правде говоря, не уверена. Может, он подумал, если все пойдет не так, она может не выжить. Он видел все ситуации, сомневаюсь, что это будет сюрпризом. Верю, он выполнит стратегию. Из-за плана Таранаги умерли Хиромацу и Нагаката. Непонятно, хотел ли Таранага эти убийства. Сеппуку Хиромацу могло быть не запланировано, но это выполнено. Таранага отнесся к смертям равнодушно. Морико умерла после смерти Нагаката и Сеппуку Хиромацу. Неясно, хотел ли Таранага смерти Морико, или хотел, чтобы она выжила. Морико хотела присоединиться к семье. Возможно, Морико не хотела оставаться в живых. Неизвестно, что Таранага сделает дальше, но он не будет скорбеть о Морико. Таранага, возможно, уже планирует следующий ход и перейдет к эндшпилю Сёбена.